Всем привет! Возможно, вы не знали, но аккумуляторы иногда взрываются. Давайте посмотрим, в чем причина взрыва аккумуляторов. В аккумуляторе залит электролит, который состоит из раствора серной кислоты и дистиллированной воды. При зарядке аккумулятора или его перезаряде электролит начинает кипеть, выделяя нехилое количество водорода. Этот водород благополучно отводится в окружающее пространство через специальные вентиляционные отверстия в пробках. Но вот если эти отверстия будут забиты грязью, то может произойти ситуация, когда водород будет скапливаться внутри корпуса, а взорваться аккумулятор может от малейшей искры. Более того, иногда аккумуляторы взрываются без всякой видимой причины и даже без искры. То есть при забитых пробках и резком выделении большого объема водорода, он смешивается с окисью углерода CO, происходит резкое расширение газа с выделением большого количества тепла, и в результате идет разрыв одной или нескольких банок аккумулятора. Также, когда вы пытаетесь завести автомобиль, а он никак не хочет запускаться, вы обычно маслаете стартером, пока он не сгорит ко всем чертям. Правильно? Правильно. А стартерный ток довольно-таки большой. И аккумулятор в момент прокрутки стартера отдает нехилый стартерный ток, в результате чего электролит в нем быстро закипает и нагревается. Также начинают выделяться обильно газы, собственно, водород, даже не водород, а сероводород. Так вот, если вы вздумаете прикуривать от другого аккумулятора, то сначала дайте своему аккумулятору немного успокоиться и остыть. Потому что при соединении проводов обычно всегда происходит искра. И всегда соблюдайте полярность при прикуривании. Сероводород способен самовоспламеняться при 100 градусах. При внутреннем замыкании в банках взрыв происходит без всяких внешних факторов или при небольшой встряске. Поэтому нужно быть очень осторожным. Когда при разрыве корпуса аккумулятора пластик разлетается, вдобавок к этому пластику еще и летит серная кислота, которая при попадании в глаза или на кожу может вызвать химический ожог. Поэтому немедленно промывайте струей воды или раствором соды, который нейтрализует кислоту.